Дню народного единства был посвящен и финал Кубка по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди московских школьников. В столичном центральном спортивном стрелковом клубе ДСААФ прошел День юного стрелка. В соревнованиях приняли участие ученики почти из двух десятков школ города. Из более чем 400 участников в финал вышли 100 лучших. Такое мероприятие мы проводим один раз в год. Как правило, оно приурочено к какому-то празднику. Вот сегодня 4 ноября праздник. В прошлом году это было 23 февраля. Мы взяли за основу, что мы его проводим среди школьников города Москвы. Юные стрелки продемонстрировали свое мастерство на десятках огневых рубежей. И, как заявили организаторы соревнований, их целью их проведения является популяризация спорта и привлечение к занятиям молодежи. Теперь информация для автомобилистов. В связи с проведением массовых мероприятий в центре города сегодня ограничено движение транспорта.